короче. Сейчас, Ира, буду заводить, да? Сейчас смотрим на реакцию мамкину. Свет включить надо. Хочешь нам стать ее надо? Мы один раз в день, за один раз в мире не живем. Почему? Жизни. Смотри, какой туалет. А ты покажи ведро ей. Какой ведерко, смотри. Помни, да. Бери кеги на себе колдума. И таскать не будешь. Она умоленькая, только передай все. Поставила. Да? Мы. Поставила. Ищет на жапта. Жапта. Здесь как бы садишься. А, нет, ты закрыла, все, закрыла. Вот, смотри, вот так слезла, да, с кровати. Хоба! Села. 5000 стоит. Ну, алам, видите, кто? Алам, мам, алам. Я живу раз всего. Почему я тебе не могу это разрешить? Ты что? В своем доме тебе будет. Я знаешь, что думаю, она как-то, вот смотри. Это надо вот так поднимать. Она так сядет, поднимет, уберет крышку. Да? Крышку берет. Потом ведерко вылет. Она маленькая ведерко. Это небольшое то, что она таскает. Она сама с этим ведром споткнется. Да. И убьется нахер. С ведром может споткнуться и убиться, мам. А это красота. Все. Ну, она, смотри. Вот это ведро, как бы, все равно надо поднимать. Отдельно закрывать. А, такой, а вот эта та крышка, мне кажется, не нужна она, по сути. Нет, нужна. Зачем? Ну, если она его мыть будет. На него садиться нельзя. А вот так открыть можешь сесть. Просто сесть. Это как... Какую красоту здесь купили. Здесь ручку можешь опустить тоже, если хочешь. Ну, можешь оставить. Вот здесь ручка поделать. Смотри. Здесь смотри. Я эту ручку убираю сейчас. Ты ее можешь сюда поставить? Можешь сюда поставить? Ах, сейчас тут дурма, говорит.